Интересная была игра, называлась «Подушечка». Может, кто-то знает, кто-то слышал. Мы приглашаем поучаствовать. Вот кто здесь поближе стоит, подойдите сюда. У нас подушечка будет лежать. И к нам, пожалуйста, в кружок. Ну, идите, идите, да. Вот женщины в тонированных очках, идите. Подушечка. Мужчин надо. Мужчин вот в темных очках подойдите. О, молодец. Мужчины, как всегда, в дефиците. Да? Так дальше можно хоть целый час, хоть до вечера, до ярмарки. А сейчас мы обратим внимание ваше на то, что у нас у женщин еще кроме костюмов есть с собой платочки. Платочки не просто так. Платочки – это танец. А юная участница Алиса сейчас, пока они подготовят платки, очень просила поздравить Каргопольцев, и она расскажет стихотворение. Ей 4 года. Что за зверь такой, такой? Где живет, скажите он? Может, на вас кольцом? Маме вот свиньи на кон. Может, скажет, на медведи вы два кона. Не соседи, а случайно старый сон. Вот дракона не знаком. Может быть, сейчас шакочки, хоть малюшенький дракошка. Пописчава, тихая мышка, водятся драконы в книжках. И стыдлив, покраснела, одного я как-то съела. Алиса Тихановская, стихотворение для вас, с праздником вас. Итак, плясовая хороводная в обору сосна зеленая. Yeah.
Хотелось бы сказать об этом коллективе немножечко, сейчас пока не дышится. У нас нет профессиональных музыкантов, нет профессиональных хореографов. У нас есть просто старинные бабушки, которые сегодня не поехали. Есть 5 человек, но они побоялись жары, им всем уже 82 или 86, даже самые старшие. Они бывали в Асхаргополе, но сейчас пока попросились отдохнуть недельку. И все песни, которые поются, и все движения, это, в общем-то, их с помощью, конечно, профессиональных специалистов, которые приезжают к нам иногда из города. И мы хотели бы показать еще одну летнюю, хороводную. Дело в том, что раньше очень большое внимание уделялось льну. И песен-то много. «Посеяли детский лен». Сейчас будет «Сеявею рассеваю белый лен», потому что лен – это все, в общем-то, как сено, как сейчас бензин, так же и лен – это и одежда, и все, что хотите. Итак, хороводная подкадрильная «Сею вею рассевая». Она пелась только у нас на Северной Двине. Летов очень много, если их петь, то их, наверное, и 30, и 40, а может больше, просто некоторые обрезают. Еще обратите внимание, у нас есть музыкальный инструмент вот такой, смотрите. Нажимаем на ногу и идет сигнал. Это очень иногда интересно и имеет свой эффект. Ну и, конечно, все праздничные гуляния заканчивались. Общая пляска называлась «Восьмера» или «Шестера», или даже «16». Сейчас прозвучит пляска летняя. Троицкая или сенокосная восьмера частушечная. Разрешите тот лот, неужели в этом доме
нашим полигоне затаим, неужели это близнецы отчета не дадим? Конечно, если мы вас не утомили, мы вас приглашаем на последний круговой хоровод, который уж, наверное, все знают. Подойдите все сюда, артисты, которые выстояли, высмотрели и запомнили. Сюда-сюда, девушка, мужчина с женщиной в шляпке и так дальше. Всех не перечислить. Встаем в круг, давайте круговой хоровод поводим. А песню, наверное, вы все знаете, у Дёрышки, которая, кстати, родилась в селе Троица на Северной Двине. Ушка к девушке вела к Дёрышке. Встаем на круговые хороводы. Полюбила не за ум, не за красу, да полюбила за поляку веселу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять, двадцать десять, 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 двадцать
Ну вот, дорогие друзья, спасибо, что вы познакомились с нашим творчеством.